Всем привет, друзья, с вами снова 4.00. Сегодня мы будем проходить уровень джампер в Geometry Dash. Мы уже начали давно. Прям когда я еще говорил, что мы будем сегодня проходить, если вы заметили. Это не звук отстает, это я просто начал быстрее. Ну, это для тех, кто не понял. Кстати, я вычислил хейтера, который ставит мне дизлайк. И вы его все прекрасно знаете. Читер 777 Бравл Старс и... Не знаю, что он там хотел написать вместо этого и... Не знаю. Потому что я в его личной жизни не копаюсь. Мне это не надо. Вот попытки прошлой записи, как я снимал, я... Я просто как бы... Снимал, как я прохожу этот джампер. И бац, у меня вылезает фигня. Ну, примерно такая же. Только посложнее. У меня вылезает фигня, вот это вот, удалить файлы. Как вы знаете, она у меня очень часто вылезает. И она мне помешала, и я сдохну на перевернутом кораблике. То есть это там 28% возможно было. И все из-за этой фигни, понимаете? Но сейчас-то я могу пройти джампер. Для меня он не проблема. Хотя я его последний раз проходил вчера уже. Может, позавчера, я не помню. Потому что это было так давно. Вчера, позавчера, это очень давно. Кстати, ребята, подпишитесь на канал. До конца осени целый месяц. А до 140 подписчиков 6. Так что у вас есть целый месяц, чтобы успеть набрать на канале наши 140 подписчиков. А вы знаете, какая следующая цель? 150 до Нового года. Да. А вы что хотели? Я что, цели ставить не буду? Не-не-не-не-не. Так, вот так вот пропрыгиваем. Офигеть. Я Спасибо. Как обычно, 45%, на которых я сдох. Я просто тупица, я не понимаю, зачем я тогда нажал. И сейчас я зачем нажал, я не понимаю. Я будто бы разучился уже проходить этот уровень. Серьезно, не понимаю. Догадайтесь, что у меня произошло на 57%? Не, ребят, это издевательство какое-то, я не понимаю. Я там пропрыгиваю как надо, никуда не врезаюсь. Я умираю. Что это за бред? Ребят, как вы думаете, почему так происходит? Напишите в комментариях. Я сдох опять из-за этой хрени, которая вылезла. У меня так уже и планшет скоро может сесть. Из-за того, что я не могу этот пройти уровень, мне вылезает эта хрень. Поймите меня, мне нужно пройти этот уровень, пока у меня не сел планшет. Ну почему все так, я не понимаю. В общем, ребят, если я не смогу в этой серии пройти джампер, то я обязательно, может, завтра сниму продолжение, потому что сегодня у меня не получается его пройти. Я обязательно сниму завтра, потому что завтра у меня графика нет. До следующего воскресенья ждать не алло. Потому что, ну, неделю целую ждать, а я даже до той машины еще не дошел. Что за бред? Я же этот уровень уже миллиард раз проходил. Ребята, столько мучений, что я наконец-то прошел этот долбанный джампер. 20 попыток, вы поймите меня. Но следующий уровень — тайм-мачин. А мы по традиции идем на Финджер Дэш. Традиция. Да, проходим. Спасибо, блин. Что? Да как вообще происходит? Да бред. Ну а пока я прохожу Финджер Дэш, ты можешь поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик,
написать в комментариях, что ты думаешь по поводу прохождения игры. Всем пока-пока!